Village, село Гороховое, номер двухэтажный, отель, цена 2700 гривен, что около, наверное, 60 долларов, а если доллар по 37, то 10 долларов, это у нас 370, 50 долларов, это 1700, грубо говоря, 60 до 340, нет, даже больше, наверное, долларов 80. Но мы сейчас не о долларе, мы сейчас о том, как выглядит это место. Двухэтажное, подъем, лестница, декоративный камень, слева зеркало. Всем привет, ребята, добро пожаловать на мой влог, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, вот. Розеточки, двухместный номер, второй этаж, люстра, все облагорожено, красиво сделано. Розетки слева и справа, чтобы вы всегда были на связи. Есть, забыл, как эту штуку называют, не топчан, пуфик, да? Вот шкаф, в нем одеяло лежит, открывается две части, низ вверх. Вот такая у нас декоративная перегородка, более-менее, чтобы не выпасть. Дерево плотное. Так, ну и в принципе второй этаж. Сейчас спустимся. О, кровать, конечно, твердовата. Спускаемся вниз. И дополнительные розетки, и Ethernet кабель какой-то. Температура в номере, так, 18 градусов. Да, наверное, 18 тут деление 15. Угу. 25. А нет. Цельсий. 23 градуса, наверное, 24. 24 градуса, мне кажется. Так. Ну, вроде как. Кто-то, если хочет, может посчитать. Ну и, собственно, вино, винишко, рожевый микс. Вкусное. Холодильник. Цены приемлемые. Кола 40 гривен. Бонаква 70. Ну, Бонаква, конечно, вы загнули, ребята. Лучше уже доплатить и купить вино собственного производства. 330 гривен. Бутылка. Это дороже, чем в магазине, там за 150 шмурдяк, но тем не менее. Уборная, где у нас тут свет, слева нет, справа нет. Заходим, в уборной есть полотенечки, туалетная бумага, смыв, работает. Фен закрученный, сложный, еще дополнительное полотенечко здесь, мыло. Зубные щетки одноразовые, а также одноразовая паста зубная, розеточки. Сушилка для полотенец, но кажется, она выключена. Так вот, мы ее включаем. Еще какая-то вешалка. Аккуратно сделана. Кафель. Так я и не нашел, где тут у нас свет. Не работает свет. Не знаю, где-то надо найти. Так, где же ты? Где же ты, где? А, вот он. Есть. Все, свет. По новой. А, кстати... Лампа света включается вместе с вытяжкой. Довольно-таки неудобно. Не всегда ты хочешь, чтобы пожужжало, а просто хочешь зайти. Ну и как всегда, это сейчас по-европейски. Душевая кабина, которая просто плитка. И вниз спускается вода. То есть без какой-либо ванночки, без емкости. Просто кабинка без кабинки. Так, ух ты, есть такое, есть такое. Тут какой-то гель. Ну, в принципе, тут все ясно, понятно. Телевизор есть, зеркало в полный рост. Еще раз привет всем, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сделаю с этого видео короткий потом. Так, температура действительно 20. Это 5, это 30, да? 25-23 градуса. 23 градуса, ну, идеально. Есть диванчик такой. Пульт от телевизора. Пульт, наверное, работает. Телевизор, наверное, работает. О, ми.
отличный телек. Сюда нужно было Xbox 360 взять. Телефон, Wi-Fi, розеточки дополнительно. И, в принципе, тапочки, топотулечки, плед, если вы замерзнете. Для обуви ложка. Большая, удобная. Щитовая в шкафу. Это, наверное, умный дом или что-то еще. Не знаю. Вот такая у нас панель. О, кондиционер. Где-то есть. Наверное, вон сверху. Смотрите, какая. Луна, месяц. Вот такие у нас шторочки. И снаружи. У нас снаружи виноградик. Виноград. Wine Village. Приезжайте, посетите. Это место очень приятное, интересное, красивое. Ух ты, и дополнительный холодильничек. Так, а что у нас тут? Пусто. Дубль пусто, ребята. Ничего страшного. Так, тут есть на что. Ага, от холодильника какие-то документы. Холодильник новый, я так понял. Дают нам сахар, чай, бокальчики. Все это. И вот. Вот так вот. На этом все. А, нарзальник есть. В общем, смотрите полное видео в моем YouTube канале. Уже не короткое, а полное. О, включился Netflix, YouTube. Все. Сидишь, смотришь, зависаешь, отдыхаешь от внешнего мира, от внешних факторов. Бомба. Вот так, ребята.